Всем привет! Сегодняшнее видео не по теме, никакой плавки алюминия, пластика, потому что у нас началась уборка. И вы просили показать вам сельское хозяйство, вот я вам его и показываю. Сегодня 3 июля, первый день мы пошли косить. Сейчас вот комбайн идет, первый бункер только набивает. Все, что видите скошено, это были обкосы. То есть скосили, свалили, подобрали, обмолотили. Оно еще там и сыроватое, и травка есть. И вот теперь пошли напрямую. Там я вчера зверствовал, противопожарную полосу дисковал. По всем полям катался, снимать некогда было. А сегодня наконец-таки я пожарю. Вот моя пожарная бочка. Помпа, шланга, все по правилам, все путем. Тракторец мой кормилец, John Deere. Может быть, я ролик сниму об него, а обзор про него. Потому что когда мы его купили, искал на ютубе, ну и в основном рекламные ролики. То есть плюсы, минусы найти невозможно. Все отлично, все окей, лучший трактор в мире. Но я сниму, я вам покажу, потому что я на нем уже работаю 2 года. И посмотрите, вернее расскажу, что он может, что не может, какие у него есть косяки. Да, ну ладно, давайте за комбайном лучше понаблюдаем. Сейчас, когда мимо меня поедет, будет самая веселуха. Сегодня только настроечный день. Будет много остановок и так далее. Короче, уборка только настраивается. Еще и не все фермера даже вышли убирать. У нас пока пошел только один комбайн, вот Акрос. Дон пока стоит. Поэтому и перевозчик у нас один, вон он, Михалыч, стоит на стреме. Мне писали люди, у которых ностальгия, кто раньше работал штурвальным. Ну, короче, тут ностальгии или романтики вообще никакой, ребят. Во-первых, жара вчера было. Сейчас-то утро еще, ладно, рано. Вчера было 37 в тени. То есть сидеть, жариться на солнышке, это можно жариться. Мы когда ремонтировали комбайн Дон, без перчаток ни одну железку нельзя в руки взять. Обжигают руки. А сейчас смотрите, вот это вот полово, вот это все. Целый месяц. Фу. Вот он подходит все ближе. А вот он, наш комбайнер Костян. Я не знаю, возможно, сейчас мой голос уже плохо слышно. Так, на меня полетело уже полово. Закрываю я дверь. Опа! Вот так вот. Так будет лучше. Надо будет завтра штатив, наверное, взять. Снимать лучше будет. Без штатива картинка дергается. Блин, из-за пыли и полова даже и видно плохо, да? Мутно. У меня на мониторе прям туман, белая картинка. Ну, в общем, вот так это и происходит. Если кто не видел никогда, что такое уборка, честно скажу, смотреть лучше со стороны. Хотя по сравнению с теми временами, когда мы работали на нивах, без кондеров, с открытыми дверями, сейчас комбайнеры уже тащатся. Прям как по заказу перед вами встал. Давай уже глотай. О, проглотил.
Так, он пока проедет, я тут спарюсь. Трактор заглушенный, кондёр не включишь. Я его сейчас снимаю, а сам уже мокрый весь. Баня. Скорее бы он прошел до двери пораскрывать. Какой-то ветерок дует. Опа, заходим опять. Вот она, комбайновская попка, что в ней творится. Правда, сейчас вообще вам слышно ничего не будет. Короче, таким макаром с 7 утра и до 9 вечера. Примерно. Бросают по-разному. Когда и подольше. Особенно, когда заканчиваем, могут и до 11 задержаться. Как раньше в советские времена, до часу ночи, до 3 ночи. Да и я застал, мы работали. Даже в 2 смены работали. Такого уже нет. Уже все-таки, не знаю, как сказать, обленились или все-таки техника позволяет уже новая вот это вот. Сократить рабочий день хоть немного. Но все равно 14 часов в поле. Так, ну ладно, будет что-то интересное. Может, КамАЗ подъедет или еще что. Дальше сниму сюжетик. Похоже, с хорошими кадрами я обломался. Потому что видели, да, когда он шел, весь ветер был ему взад. То есть полова вся летит наперед комбайна. И он выбрал, наверное, вот ту сторону. Видите, дошел до края и пошел по той стороне, чтобы ему было удобно. Все, ветер сносит полову в сторону, и он будет, скорее всего, оттуда ходить. Ну, то посмотрим, может, что поймаем. Так, вдруг знатные комбайнеры сейчас скажут, что он так медленно ходит. Я вам могу объяснить, предвосхищая комментарии, конечно, такие ваши. Дело в том, что у нас частная лавочка, то есть фермерское хозяйство, и поэтому у нас приоритет не закончить как можно быстрее уборку, а убрать как можно больше зерна. И люди, работающие на комбайнах в организациях, они знают, что там всем по барабану, что, как. А чем быстрее идет комбайн, тем больше зерна вылетает вместе с этой половой. И поэтому у нас, тем более комбайнер здесь сейчас вот, это сын шефа. Шеф работает на Доне, который еще пока не вышел комбайн. А это сын его на Акросе. И поэтому они убирают это зерно для себя. И сами решают, как ходить. Это они знают лучше нас уже. А люди, работающие в организациях, да, у нас есть такие организации, где 15-20 комбайнов за раз выходят. Там да, там они летают так, что их на тракторе по дороге тяжело обогнать. Но этим людям по барабану, сколько они зерна оставят в земле. Ну и плюс комбайн. Это Акрос Россельмаш. В общем-то, не сказал бы, что это суперкомбайн. Не класс. И не Торум.
Так, ну вот, объясню, по идее, вам суть работы. То есть тихо едешь, больше уберешь. И к тому же быстрее начинаешь ехать, там датчики ругаются. Есть там такая говорилка Наташа, как в Яндексе Алиса, которая при каждом нарушении каком-нибудь, ну, срабатывании датчика начинает пищать, кричать, орать, визжать. Не зря ей женский голос сделали. И именно поэтому уборка будет длиться у нас целый месяц. А то и больше, как погода даст. И поэтому сразу подписчикам своим хочу сказать. Вот этот месяц, июль, если погода будет сухая, то ни одного ролика, по идее, по моей тематике, там, по каналу не выйдет. Будут выходить ролики только вот, короче, мои рабочие будни. Как закончится уборка, тогда опять перейдем по выходным, буду дальше продолжать плавить что-нибудь, разбираться в том вопросе. А пока только сельское хозяйство. Поэтому, ну, возникнет желание отписаться, конечно, воля ваша. А нет, просто не заходите на мой канал месяц. Но лучше заходите. Я думаю, все равно за этот месяц что-нибудь интересное я вам покажу. Может, сегодня что-то интересное будет. Надо будет же поймать вам выгрузку еще показать. Только надо снимать так, чтобы батарейку сберечь на весь день. А вот он и мой коллега появился. Он сейчас будет дисковать за комбайном. Только я снимаю его из-под тишка, потому что при виде камеры он в землю зарывается. Боится, прям убегает. И сейчас, если увидит, что я его снимаю, орать будет. На своей жабе едет. Его трактору 6 или 7 лет. Он мощнее моего. И когда мы его купили, мой меньше намного, он его лягушонком назвал. А я его жабой теперь зову. Рома! Здорово, Петя! И когда он обозвал лягушонком моего трактора, ну то ладно, похихикали. А на следующий год он уже заскулил, потому что этот лягушонок отобрал у него половину работы в поле. А мы все стремимся поработать больше в поле, чем на базе. Все рвемся. И зарплата в два раза выше, и в поле поспокойнее. Так, ну все, далеко он уже уехал. Нечего его там ловить. Вот он сейчас начнет дисковать, отрежет диагональ. Но бегает он быстро, поэтому за пару часов догонит комбайн. Что-то его крутит туда-сюда. Не может ветер выбрать. Да, завтра с собой надо брать штатив обязательно. С рук, тем более при большом зуме. Очень хреновато держать камеру равномерно. И пошел, пошел наш Николаевич, пошел, сейчас взлетит. Ай, елки, стойка. Ну, короче, как-то так. А на самом деле он, ах ты, опять стойка. Стойка, стойка. Вот он. Дверка, елки. О, выезжает на свет Божий. На самом деле он у нас не совсем уж и рядом. Вон он где. Вон он где.
А вот этот комбайн на другом краю поля. Видите, какие испарения идут. Жара стоит несусветная. Меня сейчас единственное, что спасает, я майку и кепку мочу, так, чтобы с меня капало. Тогда еще более-менее нормально здесь находиться. Ветер горячий, обжигающий. Я бы сейчас лучше бы работал бы с кондиционером, чем вот так вот сидеть. Вот видите, зум на ноль ставлю. Сразу легче держать камеру. Короче, и нет комбайна. С этой камерой можно шпионить. Сейчас посмотрим, чем Михалыч там занимается. Точит. Точит. Чё точишь? Эх, елки дрожь-то. Ну ладно, Михалыч, приятного аппетита. Так, а вон там комбайн скоро встретится с Николаевичем. Вот он один. Вот он комбайн. И где комбайн? Вот он. Батарейка у меня начинает садиться. Я, наверное, сейчас вот это сниму и оставлю остаток на вечер. Как раз они ко мне ближе подойдут. Покажу вам выгрузку. Ну и окончание сегодняшнего дня. Покажу вам, как наш спец на месте разворачивается. Я так не умею. Да мне трактор жалко. Я раз попробовал. Тормоза скрипят, трещат. Говорю, как ты их так до сих пор не убил за столько лет? Да ничего, и нормально. Но зато время не теряет. По 50 гектар в день дискует. Я же говорю, он сегодня комбайн догонит. А комбайн где? А комбайн вот, он уже пришел. Вот он и комбайн. Сейчас, наверное, покажу вам выгрузку. Вроде еще две палочки есть на аккумуляторе. Подходит, да, КамАЗа. И как будет выгружать, покажу. Вроде снимать было нечего. Возможно, это будет мой самый длинный ролик на канале. В этом году погода дала, хорошо. Урожай должен быть хороший. И дожди были вовремя, все вовремя было. Так, одна палочка осталась. Даже не знаю, может быть, и не успею. На вечер уже не останется батарейки мне.
посмотрим сейчас. Если хватит записать выгрузку, то значит точно откладываю камеру до вечера. Потому что с такого расстояния телефоном я записать не смогу. На телефоне вроде камера неплохая, но зум там никудышный совсем. Пошло дело. Так, ну ладно, вот таким вот макаром высыпается 7 тонн зерна за раз. Все, до вечера. Так, ну вот и заканчивается первый день пожарника на уборке. Сейчас, если резко прервется запись, имейте в виду, это не я по-английски попрощался, это сел аккумулятор. Ну, вроде сказать успел, можно теперь и зумом поиграться. Комбайн сейчас доходит последний проход, и все, и на базу. Вы не смотрите, что в камере еще светло, это просто камера прибавляет света. На самом деле 8:30, солнце давно село, и через полчаса у нас уже тут и стемнеет. Так, а сейчас я вам хочу показать, попробую показать, если не сядет, луну. Вот она, луна. Вот только надо мне как-то, чтобы не дребезжало. Вот она, красавица. Смотрите. Ой. Если еще буду снимать вдруг на следующий день, завтра, может быть, штатив возьму с собой. Это вам напоследок бонус. Так. Не сбивается. Сбивается, не может поймать. Ну, короче, я дома со штатива снимаю, кратеры видно, все видно, потом, когда на телевизоре смотрю. Сейчас, наверное, не сфокусируется она, потому что дрожит. Да, не смогу я удержать фокус в руках. Хотя можно еще прибавлять чуть-чуть. Вот все, на весь зум. То есть камера на весь экран, чей-то луна. Опа. Короче, все, всем удачи, всем пока. До новых встреч.